Тема, которую мы будем сегодня рассматривать, и вообще эта конференция, которая посвящена застойным, застой венозной крови в тазу у мужчин, она является некой шокирующей для нынешних урологов, и не только в Москве, не только в России, но даже за границей. Только что от меня ушел пациент, который приехал из Голландии, вот, был у всех. Варикоцеле, значит, с тазовой симптоматикой был у всех, но все ему сказали, что мы не понимаем, что с вами происходит. Вот. А он еще велосипедным спортом занимается и как бы решил, значит, заниматься еще интенсивнее, ему все хуже, хуже и так далее. Понимаете? Вот. Поэтому не удивляет мнение и позиция многих даже и именитых специалистов и хирургов, и урологов, значит, ну, в частности, допустим, диссертация, докторская диссертация профессора Гаврилова 2008 года, посвященная варикозной болезни органов малого таза. Я когда эту работу посмотрел, я возлагал надежды, что там хоть что-то будет сказано о мужском факторе, и что-то будет сказано о причинах развития этой варикозной болезни. Но это были все женщины. Лечил, там было две группы, значит, около 50 человек, то есть 50 женщин, а вернее человек, он лечил консервативно. Значит, генотониками, а меньшую группу он прооперировал, причем было три методики. Это открытая операция по типу, значит, открытой варикоцелектомии, либо по Иванисевичу, либо по Бернарде, по Лома, Мармар, можно фантазировать, что можно женщин сделать. Вот. Вторая – это лапароскопическое клипирование тестикулярных вен. И третья методика – это рентгенно-эндоваскулярная окклюзия гонадных вен. То есть я там не нашел вопроса все-таки, что является причиной и так далее. Значит, тоже была недавно защита докторской диссертации хирурга по, собственно, ну, не специально по синдрому Мейера-Тюрнера, но там это был краеугольный камень. И так как эта тема базируется не только в среде врачей, но и пациенты, которые прошли огонь, воду и медные трубы, вот у меня сейчас в базе данных, значит, 40 человек таких страдальцев, и они тоже обошли всех. И после общения со мной, значит, вот один из этих пациентов, он сам юрист, очень пытливый, с очень пытливым таким умом, он пошел не только на защиту докторской диссертации этого хирурга, но и записался потом к нему на прием и задал два вопроса. Спросил: скажите, пожалуйста, при синдроме Мейера-Тюрнера, ну это синдром или феморальной компрессии, это то, что Кулсет еще в 1980 году описал как реносперматический тип варикоцеле, то есть компрессия подвздошных сосудов и сброс в венозное сплетение яичка. Так вот он задал вопрос: скажите, при синдроме Мейера-Тюрнера бывает варикоцеле? Тот сказал, после защиты докторской, нет. А второй вопрос задал: скажите, вот у меня вот эта тазовая симптоматика, у меня постоянные боли, у меня плохая эрекция, значит, я ночью встаю 6 раз помочиться. Вот, я хотел бы сделать стентирование. Вот я знаю, что при этом синдроме за границей особенно на прополу делают эти стентирования. Есть доктора Руслан Ильич, там, по-моему, вы. Да, я вообще потерял вас, спрятались. По-моему, это вы, с ваших слов, там есть доктора, которые выполнили. Более 5000 там. Более 5000 этих стентирований. То есть это отлаженная, как у пулеметчика, работа. На что он сказал: да боже упаси, говорит, ни в коем случае. Надо стентировать только тогда, когда есть тромбоз. И действительно, если мы откроем в интернете Яндекс, Google, вобьем Мейера-Тюрнера, то, наверное, процент больше, 90% работы они посвящены именно тому, что это связано с илиофеморальным, с тромбозом.
И как самый неблагоприятный такой, то есть тромбоэмболии легочной артерии, как угрожающее жизни состояние. Поэтому ни у нас сейчас, ни за границей, в общем-то, никто не понимает, что такое варикозная болезнь вен малого таза у мужчин. И практически на каждом приеме эти пациенты у меня присутствуют. Это наиболее частая фраза, которую они говорят, мы были у многих. Спрашивали об этом. Нам сказали, варикозная болезнь малого таза бывает только у женщин. Вот, собственно, я говорю, перехожу к своему докладу, который посвящен этой проблематике. Я абсолютно уверен, что еще пройдет лет 5, и это будет, в общем-то, революционной темой в урологии, андрологии. Вот, эта тема, к своему удивлению, находится на стыке специальностей, потому что большая часть работы по решению этой проблематики ее выполняют хирурги, сосудистые хирурги. И как бы не принято у нас считать то, чтобы уролог тоже владел, был компетентен в решении этих вопросов. По крайней мере, пытаясь решить эту проблему в институте урологии, я потратил несколько лет, вступив в очень тесное общение с коллективом тогдашним, сейчас он, по-моему, поменялся, в попытке, я имею в виду рентгенохирургическую службу, в попытке решить эту проблему для своих пациентов и не нашел решения. Поэтому, ну, я уверен, что через какое-то непродолжительное время это, конечно, будет чуть ли не новым направлением. Итак, вот тема моего доклада – варикозная болезнь вен органов малого таза у мужчин. Ну, сначала, прежде чем говорить о чем-то, давайте как бы определим то, о чем мы будем говорить. Ну, на утверждение темы, вот Игорь Владимирович, наш завкафедрой, как бы был участником этого процесса, и на ученом совете был задан вопрос, а как это классифицируется в МКБ-10? Международной классификации болезней, ну, 10, это как бы последняя версия, она по годам продлевается. Вот если этот аналог, вот тогда типа мы будем это рассматривать. Если это чудо чудное, нету такого заболевания, значит, тогда будут проблемы. И вот как раз МКБ-10, она как раз и классифицирует эту патологию как И-86-2. Очень просто запомнить, потому что И-86-1 это варикоцелия. А два это оказывается то, что называется pelvic varices. Pelvic varices это диагноз в основном гинекологический, он ставится женщинам. Я в своей практике не встречал ни одного пациента с таким кодом или с таким диагнозом. Вот. И второе, что более-менее похоже в МКБ-10, это N42-1. Называется конгестия и геморрагия простаты. Ну, не совсем понятно, что такое геморрагия простаты. Вот. Конгестия может быть и секретопредстательной железы застоя, да, когда мужчина, мало ли там, целибат, не было, значит, большая экспозиция временная в, значит, сексуальных отправлений. Какая конгестия, какая геморрагия. То есть, но тем не менее, существуют такие в МКБ-10 формы, которые определяют это состояние. Хотелось бы сразу уточнить. Вот дело в том, терминологически, что существует такое понятие, как варикоз. Варикоз – это нарушение анатомии. Совершенно достоверно ясно, что это гиалинизация стенки сосуда. Во многих случаях это, ну, практически все это необратимое изменение. Вот, вот варикоз, да? Но является ли варикоз показанием к тому, чтобы врач активно работал в этом направлении? Тем более показания к оперативному лечению. Поэтому, вот, собственно говоря, варикозная болезнь – это не просто варикоз. Это варикоз, когда… Это тот варикоз, который сопровождается клиническими проявлениями. Потому что пациенты к нам приходят не с венами, вот, не… Ведь существует… Вариационная анатомия, она достаточно широка, и, допустим, то, что называется аномалиями, с моей точки зрения, это не совсем корректное название, это вариационная анатомия сосудов в почках, в малом тазу,
Вот. Так вот, таких вот аномальных сосудов больше 30%. Но стоит ли этих людьми называть, ну, как бы, порочными в плане их в плане их анатомии? Наверное, нет. И у многих есть какие-то анатомические отклонения, но они с этим прекрасно живут, пока не появляются клинические проявления. Ну, к примеру, у меня есть близкий приятель, у которого есть сын, у него аномалия, тазовая дистопия, значит, единственная почка тазовая дистопия. Я его напугал. То есть у него почка располагается, она единственная, как подковообразная, прямо на дне мочевого пузыря лежит. Вот, совершенно шикарный парень, с американским гражданством, ездит на BMW 5 серии, последние там какие-то. Вот, умница, айтишник, все хорошо, никаких жалоб не было. Вот, пока он там у себя в Америке, а он сам русский, но просто как бы там учится, не пошел в спортивный зал и не начал заниматься, значит, штангой. Вот тогда у него появилась и варикоцелия двусторонняя, и боли, и эрекция пропала, вот, и так далее. Значит, ну, то есть появились жалобы, а на МРТ там еще и лефеморальная компрессия. То есть у него уже была изменена анатомия, но организм был адаптирован к этим изменениям, он компенсировал это. Вот я о чем говорю, что многие наши значит, недостатки организм компенсирует, и это не является показанием к тому, чтобы их вот срочно менять. Поэтому вот варикозная болезнь – это не просто наличие варикоза, это обязательно клинические проявления. Какие классические проявления варикозной болезни вентаза? Это триада. Боль очень полиморфна, она может быть постоянная, приходящая. Как правило, это транзиторное нарушение, приходящее, но встречаются случаи, когда носит постоянный характер. Дизурия в широком смысле слова, то есть вот ночной полакиурии, вот, до ирритативной симптоматики или обструктивной симптоматики. Вот. Нарушение половой функции тоже достаточно широкое слово, оно может касаться как нарушения либидо, так и нарушение копулятивной функции. А есть еще и работы появились о том, что варикозное полнокровие таза еще влияет на фертильность. По-моему, это профессор Суханов. Вот. Поэтому, ну, как бы эта триада, она изначально была гинекологической, но мы, занимаясь мужским фактором, тоже не видим особых отличий. Краткая история вопроса, с чего началось изучение варикозной болезни органов малого таза у женщин. Значит, Гуч в 1831 году описал впервые синдром тазовой венозной конгестии. Ричард в 1857 году ввел термин в медицину «tuba avarium varicocele». Или сейчас это у женщин называется «аварика варикоцеле». Я вспоминаю те года, это 93-й год, когда я помогал Алексею Борисовичу Мазову читать лекции. Он читал артериальную гипертензию, я, по-моему, еще какую-то, даже не помню, какую я читал. Я помню, что мы в перерывах между лекциями спустились, значит, перед 12-м корпусом, там такой фонтан легендарный в определенном смысле. Вот. И сели на скамеечку с правой стороны, там вокруг были скамеечки, вот на первую скамейку мы сели. И он сказал следующие вещи, что я варикоцеле читал, вот о чем был разговор. Следующая говорит, твоя тема варикоцеле, но я что хочу сказать. Вот у женщин есть аварика варикоцеле, я впервые от него слышал это слово. Вот, вот это, говорит, самая настоящая бомба. Потому что встречается еще чуть ли не чаще, чем у мужчин. Вообще никто этой темой не занимается в те года. Сейчас этим занимается кому не попадя, все об этом знают. Так вот, Ричард ввел термин «tuba avarium varicocele», правильный, варикоцеле.
Тейлор в 1949 году ввел термин сосудистая конгестия и гиперемия. Возвращаю ваше внимание в кодировку N40.1, где для женщин, а для мужчин вот этот варикоз называется варикоз, значит, простата конгестион и гиперемия. А здесь мы видим, видите, совершенно из вот этих вот женских терминологических 1949 года взятые фрагменты. Ну, мало кто знает, это два немецких доктора, Шнейдер и Фишер. Они тоже описали тазовую венозную конгестию с клиническими проявлениями. И в ряде случаев в литературе мы можем встречать еще такое сочетание, как синдром Шнейдера-Фишера. Сделали они это в 1969 году. И, наконец, те исследователи, на которых в основном ссылаются, это в 1975 году, Крейг и Хоббс ввели не только термин pelvic congestion syndrome, как он сейчас называется, но еще подробно его описали. Если говорить, значит, о венозном полнокровии у мужчин, история изучения крайне скудна. Первый, кто сказал, что венозное полнокровие таза может являться причиной многих урологических заболеваний, был Карл Познер. Вот, и в своей монографии «Диагностика мочеполовых инфекций» в 1895 году он это достаточно, ну, не подробно, но он это описал. Если мы вспомним монографии Тектинского и многих других наших первых андрологов, они говорили о том, что есть такая форма, как застойный, то есть конгестивный простатит, имеется в виду не застой секрета предстательной железы, а застой венозный. И это называлось простатит Познера, то есть конгестивный простатит Познера. Профессор Суканов и Ляшев описали хронический бактериальный простатит, который был вызван нарушением венозного кровотока. Вот. Собственно говоря, и, ну, вот, как бы, нами было сделано в 2016 году, в прошлом году был сделан обзор литературы по варикозной болезни малого таза у мужчин. Был опубликован в журнале «Андрология и генитальная хирургия». Вот. Я, ну, так как я был автором этой работы, я не встретил подобных обзоров нигде. И, в принципе, его можно считать как бы первым обзором по этой проблематике. Ну, наверное, так. То есть, вот, как бы, история изучения этого вопроса достаточно скудная. Хотя то, что при варикоцеле встречается вот это вот венозное полнокровие, таких публикаций достаточно много, как у нас, так и за границей. Ну, вот первый, это была кандидатская диссертация Яковенко в 1955 году, который сказал, что причиной варикоцеля является венозное полнокровие таза. Я вот еще год назад был с ним не согласен, потому что я считал, что варикоцеля приводит к венозному полнокровию таза. Вот. А сейчас вот мои позиции несколько уточнились, потому что действительно мы встречаем иногда венозное полнокровие вследствие определенных конфликтов тазовых, сосудистых. И тогда сначала развивается полнокровие таза, а потом уже вторично развивается варикоцеле. Причем полнокровие таза превалирует над клиническими проявлениями варикоцеле. Вот. Поэтому все не так просто оказалось. Ну, первая группа авторов, которые связали простатит и варикоцеле, это был коллектив тоже из Первой Градской больницы, Евсей Борисович Мазон, Михаил Васильевич Корякин, Андрей Степанович Акопян, ну и ваш покорный слуга. Вот в 91 году вышла работа «Гемодинамические предпосылки развития простатита при варикоцеле». И мы тоже говорили о том, что при варикоцеле осуществляется сброс парапростатического сплетения, и если соперировать варикоцеле, то действительно там, по-моему,
около 70% всех пациентов, улучшалась клиническая картина, больше чем в половину она полностью исчезала, оставалось там процентов 20, но это были стационарные больные, маленькая группа, вот, я бы сказал, нерепрезентативная по нашим нынешним представлениям. Но тем не менее, такая работа впервые вышла. Вот. Значит, зарубежные наши коллеги в 2008 году, Шакамото, потом Игал Гат из Израиля выпустил серию статей, посвященных варикозели и тазовому полнокровию. На нашей кафедре вышло руководство по клинической андрологии. Значит, это была наша коллективная работа, под руководством Игоря Владимировича Виноградова проводилась. Вот. И там тоже в разделе, посвященному и простатиту, и варикоцеле, мы эту связь осветили. Вот. Достаточно скандальной была кандидатская диссертация Чана Канова, Загир Исмаиловича, по-моему, в 2012 году. К сожалению, с этим доктором мне не получилось связаться, хотя я прилагал усилия, он работает в этой поликлинике, в детской. Но работа совершенно блестящая, я дальше покажу ее результаты. Показал, что у детей, у мальчиков, которые еще как бы невинны, они не испачкались половыми инфекциями, да, у них не было еще какого-то опыта там, спорта или еще каких-то там, неблагоприятных факторов. Но оказывается, что при варикоцеле в 70% случаев у них уже конъюнктивный простатит, доказанный, подтвержденный клинически, лабораторно там, и так далее. Вот. Дальше работа Неймарка, который сказал, что вообще что варикоцеле бывает двух видов. Вот варикоцеле, когда, как правило, левосторонние, вот, и когда ну, само по себе, и варикоцеле, как правило, уже двусторонние, когда значит, имеется еще и выраженное венозное полнокровие. Как бы два типа варикоцеле. А потом, начиная с прошлого года, вот эта тематика она все больше и больше развивалась и появилось достаточно много. Я только привел часть своих публикаций в соавторстве с другими авторами, Институт урологии, наша кафедра. Вот. И все эти работы говорят о возрастающем интересе к этой проблематике. Этиология и патогенез. Ну, как бы считается, что и этиология, и патогенез, они как бы одинаковые как для мужчин, так и для женщин. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вот позиция многих докторов, которые говорят о том, что это женское заболевание, венозное полнокровие таза, ну как же, тазовая венозная конгестия, это у женщин, у мужчин такого не бывает. Но ведь, собственно говоря, на супрагенитальном уровне сосудистая анатомия для мужчин и женщин, она абсолютно одинакова. Такая же левая почечная, значит, вены, надпочечники, гонадные вены также идут. Абсолютно, значит, взять илиофеморальный сегмент, абсолютно все то же самое. Только в терминальных отделах уже есть своя специфика, касающаяся наружных и внутренних половых органов. А так все одинаково. Поэтому, когда мы говорим о том, что там, значит, есть какие-то сосудистые конфликты, они ну, такие же одинаковые у мужчин и у женщин. Значит, и этиология, и патогенез одинаковые. Вы уже, наверное, прочитали этот слайд, это артериовенозные конфликты. Выделяется первое, второе, надкрекер, ну, синдром щелкунчика или синдром артериальный, аортомезентериальный пинцет, это в русской классической версии более, мне кажется, правильный. Постеллер – это задний надкрекер. В нашей отечественной практике почему-то он известен только как кольцевидная почечная вена, мы позже увидим, что это не совсем так. То есть не только так. Вот, значит, первое, второе – это артериовенозные конфликты, я их называю верхнего уровня. И вот третий, так называемый Мэй-Тюрнер синдром, уже многие пациенты знают, что это такое, мучают врачей. Вот, это артериовенозный конфликт нижнего уровня. Вот, это портальная гипертензия, это различные опухолевые заболевания и дисплазия соединительной ткани. Ну, известно, что как бы
недостаток коллагена третьего типа, проблемы с коллагеном пятого типа. Давайте не в этой последовательности, а немножко от обратного. Мы начнем с дисплазии соединительной ткани. История вопроса. Значит, Кирк в 1967 году ввел термин гипермобильный синдром. Бейктон в 1988 году ввел термин дисплазия соединительной ткани. И этот термин в Омске на симпозиуме, посвященной этой проблеме, был в 1990 году, был принят у нас в России. Ну еще Юрий Федорович Исаков говорил о том, что варикоцеле без венной гипертензии встречается у 10% всех мужчин. Вот, имелась в виду клапанная недостаточность. Мозес и Ушакова занимались этой проблемой у женщин и связывали это с клапанной недостаточностью вследствие слабости соединительной ткани и ее дисплазии. А вот что касается урологии, то Шенбергер с авторами описали недостаток этой ткани при развитии варикоцеле. Вот. Ну, тоже профессор Цуканов был в этой теме. Вот, собственно говоря, и все по изучению этого вопроса. Но с моей точки зрения, место дисплазии соединительной ткани в развитии варикоцеле, она недостаточно ясна. Только по одной причине, потому что статистически у нас сплошная недостоверность. Одни авторы говорят, что дисплазия встречается в 2% случаев, а другие говорят, что в детском возрасте в 85% случаев всех детей. Вот, поэтому при таком статистическом разбросе говорить реально о этом факторе мы не можем. Вот. Тем более мы не можем говорить об этом факторе при варикозной болезни таза у мужчин, потому что дисплазия соединительной ткани, точкой места применения у нас вот, да, имеет клапаны. А клапаны в сосудах таза, я специально провел обзор литературы по этому вопросу, потому что у меня был недавно пациент, который получил заключение. Значит, там было написано, у меня синдром Тюрнера и тазовое полнокровие. Написали недостаточность внутренней подвздошной вены, клапанная недостаточность. Так вот, пришлось провести даже обзор литературы по этому вопросу. Клапаны бывают, встречают они описаны, но немножко попозже. Точкой приложения являются клапаны. Но при тазовых проблемах это не актуально, потому что они встречаются, как правило, как исключение, чем правило. Вот. Но тем не менее, разобрали дисплазию соединительной ткани. Далее, портальная гипертензия. Тоже больше теоретически предлагаемый для вашего рассмотрения вопрос, потому что я в своей практике встречал нескольких алкоголиков, которые совершенно были не мотивированы ни обследоваться, ни лечиться. Вот. Но так как они имели доминирующую вторую половину, которая их таскала по врачам, вот, они попадали в мои руки, я у них находил какие-то фрагменты, информационные фрагменты, которые указывали на вот это венозное неблагополучие, но, конечно, говорить о какой-то достоверной группе, вот я, например, не могу. Но известно, это описано в литературе, что при портальной гипертензии за счет того, что верхняя артерия мезентерика инфериор, по ней развивается ретроградный кровоток. Ну, в каком аспекте? Прежде всего, в плане развития геморроя это изучено. Вот. Хотя при портальной гипертензии есть несколько работ. Я встречал 5 таких работ, когда описывалась картина макрогематурии, например, что тоже указывало на тазовое венозное полнокровие. Наиболее частые причины
мы уже говорили, что это артериовенозные конфликты, но тоже очень коротко, потому что здесь собралась, я по лицам вижу, практически все знакомы, уже слушали, наверное, меня по этому вопросу. Вот. Это Nutcracker синдром был описан впервые Грантом, она там был такой, по-моему, в Англии в 1937 году. А Дешеппер в 1972 году дал этой патологии название Nutcracker синдром. Сейчас это как феномен щелкунчика, да, синдром щелкунчика. Артериальный ортомезентериальный пинцет. Проблема заключается в том, что либо при низком отхождении верхней брыжеечной артерии, либо при ее слишком низком отхождении происходит компрессия левой почечной вены, в которую впадает левая яичковая вена. Кстати, центральная вена надпочечника, тоже надпочечник страдает. Вот. И вот эта компрессия приводит к лобильной венной гипертензии. Подчеркиваю, лобильной, потому что зависит от положения тела. Вот это, этот конфликт, это ортостатический конфликт. Хотя на многих МРТ, мы меряем сосуды, когда смотрим МРТ сверху вниз, не только там в таз смотрим, да, а сверху вниз, мы можем видеть эту компрессию тоже. Вот. Ну, дальше это я тоже покажу. Но это конфликт ортостатический. При этом развивается ортостатическая варикоцелия, которая исчезает в клиностазе. Так называемый posterior Nutcracker синдром. Ну, еще раз подчеркиваю, что у нас, вот, в нашей урологической практике, это известен и описан только один фрагмент. Это так называемый, это третий тип, это кольцевидная почечная вена. Но на самом деле их четыре считается классически. Это, в общем-то, классификация Европейской урологической ассоциации. Вот. Первое это горизонтальная, да, ретроаортальная левая почечная вена. Вторая это косая, которая впадает в нижнюю полую вену на уровне L4-L5. Третья это кольцевидная. И четвертая это анастомозирующая с левой общепоздошной веной. Вот такие, такая вариационная анатомия. Что хотелось бы в этом плане сказать? Так как, вот посмотрите, следующий снимочек, да? Это компьютерная томография. Вот слева это Nutcracker синдром, да? Где происходит ущемление левой почечной вены. А сзади это posterior Nutcracker синдром. Видно, что прижимается к телу позвонка. Так вот, в этом случае развивается не ортостатическая варикоцелия, а ортоклиностатическая варикоцелия. При этом оно не зависит от положения тела. Надо проводить диагностику с раком почки при тромбозе почечной вены. Да, потому что тогда тоже развивается, в общем-то, ортоклиностатическая варикоцелия. Значит, вторая группа причин, которые могут приводить к тазовому венозному полнокровию, это то, что вот сейчас у многих, ну, я говорил, моих пациентов на устах, так называемый Мэй-Тюрнер синдром. Все уже знают, что это такое, на форумах даже по хроническому простатиту уже активно обсуждается Мэй-Тюрнер синдром. Даже дают советы, что надо делать в этих случаях. Вот. Одни говорят одно, вторые говорят, что поставить стенд это все равно, что работа сантехника. Это все делают пациенты. То есть вот я читаю эти вещи. Описал впервые Рудольф Вирхов в 1851 году. Обрати внимание на то, что илиофеморальные тромбозы слева встречаются в 5 раз чаще, чем справа. Вот. Макмюрих в 1908 году выполнил аутопсию 57 трупов и выявил эту компрессию в 30% случаев. Он не уролог, он был не мотивирован на эту патологию, он был просто анатом, и он просто это описывал. Эрих и Крумбар в 1943 году, выполнив аутопсию 412 пациентов, нашли вот такую компрессию у 23,8% случаев. Мэй-Тюрнер
тоже не были урологами или сосудистыми хирургами. Вот, они выполнили аутопсию у 430 пациентов и нашли, значит, вот эту вариационную анатомию в 22% случаев. Это без разделения по гендерному принципу. И у мужчин, и у женщин. Ну и, наконец, как такое крайнее клиническое проявление, а именно илиофеморальный тромбоз. Впервые я писал Коки в 1965 году, Кокет и Томас. Вот. В 65 году у 35 пациентов, и в историю вот эта крайняя форма илиофеморальной компрессии, которая осложнилась тромбозом, называется, значит, синдром Кокета. Это уже тромбоз. Хотя в американской литературе можно встречать и бестромботические формы илиофеморальной компрессии, которые тоже называются, значит, синдром Кокета. Но классический Кокет – это тромбоз. Обращаю ваше внимание, что это, в общем-то, такая пугающая статистика, потому что, ну, только Мэй Тюрнер – это самая маленькая, 22%, а вот МакМюррих – 30%. Ну хорошо, 20 – это все равно много. 25 – это каждый четвертый. У каждого четвертого синдром Мэй Тюрнера. А если говорить о пациентах, допустим, с варикоцелью, у которых, наверное, это еще больше, да? Вот, поэтому, конечно, этот фактор игнорировать в плане осмысления того, что происходит с пациентом, наверное, неправильно. Бурке в 2006 году описал так называемый правосторонний Мэй Тюрнер. Почему здесь на снимке с левой стороны? Да, по простой причине. Потому что пациент лежит на животе. У меня на моем канале в Ютубе тоже выложены некоторые операции по стентированию пациентов с синдромом Мэй Тюрнера. И я, получая, значит, себе сообщение, мне многие говорят, что вы вообще не разбираетесь ни в чем, потому что вы показали операцию с правой стороны, пишите, что слева. Я всем пишу, пациент лежит на животе. Значит, радиографический доступ папилитеральный через подколенную вену. То есть это системная такая вот, значит, как бы ошибка, все говорят, да здесь вот с левой стороны пишите. Значит, это вот впервые писал правосторонний Мэй Тюрнер. В 1982 году Пенсоли с авторами тоже выполнил аутопсию, это 130, значит, ну не пациентов, трупов, да, 35 женщин и 95 мужчин, из них 3 мальчика. Вот они описали тоже такие конфликты. Посмотрите, вот здесь это то, что мы называем синдром Мэй Тюрнера, левый снимок крайний, да, это ущемление. Кстати, мы не определили, что такое синдром Мэй Тюрнера, занялись историей. Синдром Мэй Тюрнера – это когда правая общая подвздошная артерия сдавливает левую общую подвздошную вену, прижимая к телу пятого позвонка. Ну, это как бы классическое понимание этого синдрома. Ну, вот здесь вот, значит, вот Пенсоли описал, это классический синдром Мэй Тюрнера. Но он описал и другие сосудистые конфликты нижнего уровня, которые как бы не описываются Мэй Тюрнера. В частности, это компрессия правой общей подвздошной артерии, правой общей подвздошной вены. И это компрессия правой общей подвздошной артерии вместо бифуркации нижней полой вены на левую и правую общей подвздошной вены. Но это уже не синдром Мэй Тюрнера. Давайте посмотрим дальше. Раджу, это достаточно известный, очень активный в плане публикаций. Последняя публикация в 2016 году, то есть он 10 лет, у него все посвящено вот, вот этим илиофеморальным компрессиям работает. Представил то, что можно назвать даже некой классификацией синдрома, ну не Мэй Тюрнера, а вот этой илиофеморальной компрессии. Вот, при этом, вот здесь вот кружочек, видите, вот это как бы первый кружочек, это классический Мэй Тюрнера, но здесь также описаны и другие формы компрессии. И он это назвал
Он описывал не тромботические вот эти или феморальные конфликты. Он разделил на проксимальные и дистальные. То есть вот это дистальные, да, вот, а выше проксимальные. Проксимальный левый, проксимальный правый. Проксимальный левый — это классический синдром Этюрнера. Достаточно интересные работы Мицуока, по-моему, Хироши Мицуока, в 2013 году. Он описал ситуацию, почему я обращаю ваше внимание, что вот в 32% встречается ситуация, когда правая щитовидно-подвздошная артерия сдавливает нижнюю полую вену. Как вы понимаете, при этом нарушается кровоток как слева, так и справа. А на МРТ мы видим совершенно одинакового размера сосуды. И мы говорим, что никакой патологии нет. Потому что обычно диагностика вот, или феморальная компрессия — это МРТ, да, первичная диагностика. И мы когда видим расширение, допустим, слева, говорим, да, мы Этюрнера, справа она нормальных размеров. А вот при таких конфликтах будут одинаковые размеры, левой и правой, общей подвздошной вены. И вот, например, я недавно с этим столкнулся, до этого я не понимал эти вещи. И, вот один из пациентов, который был консультирован Мамедовым Русланом Эльдаровичем, значит, в 70-й больнице, он обратил мое внимание впервые на это. Вот как раз вот все и свелось к тому, что у пациента тазовая симптоматика, я его оперировал по поводу варикоцеля. На МРТ я не увидел никаких отклонений, сказал, у вас ничего нет. А Руслан Эльдарович посмотрел, говорит, а вот это место компрессии нижней полой вены. Вот, и оказалось, что у него такая вот интересная форма, которую никак нельзя назвать синдромом Этюрнера. Вот, поэтому вот у нас как бы сформировалась некая научно-клиническая группа по изучению этого вопроса. Вот, это не только вот, как бы, наша кафедра, Виноградов Игорь Владимирович, Дмитрий Игнатьевич Курбатов, профессор, значит, доцент Габрия, вот, это не только Руслан Эльдарович Мамедов, это еще и доктора из Пироговского центра, Хлевтова Татьяна Валерьевна, Гаврюшин Олег Александрович. Собрали совершенно как бы спонтанно, просто когда занимались этими пациентами, оказались как бы в одно время в одном месте и это все обсуждали. Вот как бы коллективом этих специалистов, которые занимаются этой проблематикой, вот, мы как бы предложили некую свою классификацию, некоторое свое видение вот этих артериовенозных конфликтов. Я с удовольствием хотел бы с вами поделиться. Вот, как бы мы нашли 6 форм. При этом синдром Этюрнера является всего лишь одной из них и далеко не ведущей. Ну вот в частности, обратите внимание, это так называемый центральный проксимальный артериовенозный конфликт. Речь идет о том, что правая общая подвздошная артерия сдавливает нижнюю полую вену. Видно, да, в кружочке? Я не буду показывать ручку. Центральный дистальный конфликт – это когда вследствие высокой бифуркации аорты правая общая подвздошная артерия сдавливает уже не нижнюю полую вену, а ложится на место бифуркации нижней полой вены на общие подвздошные вены. Вот. При этом на МРТ мы, прослеживая с ним, значит, вот эти все срезы сверху вниз, прямо видим, как правая подвздошная вена постепенно компрессирует вот это раздвоение. Конечно, это нельзя назвать синдромом Этюрнера, это уже несколько шире, это, во-первых, совершенно другое. Далее, третий конфликт, это левый проксимальный артериовенозный конфликт, вот это классический синдром Этюрнера. Правая общая подвздошная артерия сдавливает левую общую подвздошную вену. Потом, обратите внимание, значит, левая, правая общая подвздошная артерия, она еще и делится на наружную и внутреннюю. Поэтому, вернее, левая, вот в данном случае, левая подвздошная артерия, она делится на правую и левую. И вот оказывается, что левая внутренняя подвздошная артерия может сдавливать
правую, значит, левую наружную подвздошную вену. Вот тоже такой конфликт. Далее, это то, что было выше описано анатомией, это самый первый снимок, это когда правая общая подвздошная артерия сдавливает правую общую подвздошную вену. Ну и, наконец, правый дистальный, когда правая общая подвздошная артерия, деляясь на наружную и внутреннюю правую подвздошную вены, либо правой, либо внутренней, либо вот этой рогаткой, может сдавливать правую наружную подвздошную вену. Вот такие получили 6 вариантов. Более того, вот в настоящее время нами наблюдается в нашей клинической группе 33 пациента с поставленными такими диагнозами. Вот 7 человек мы уже соперировали, как бы, а под наблюдением 33 человека. И статистическая обработка этой группы позволила сказать то, что вот центральный проксимальный мы встретили у 2 пациентов, центральный дистальный у 2, то есть это 4 человека. Левый проксимальный это 9, а вот сочетание левопроксимального с левым дистальным это 15 человек, самая большая группа. Вот. Это Мэй Тюрнера, а это еще, значит, внутренняя левая подвздошная артерия сдавливает подвздошную вену. И, наконец, сочетание это центральный и дистальный, с левым дистальным 4 человека. И у нас есть еще один пациент с правосторонним конфликтом, это центральный и дистальный в сочетании с левым дистальным и правым дистальным. Я уже понимаю, что это, может быть, несколько вас утомило, а вот это эти 33 человека, при этом левый проксимальный синдром Мэя Тюрнера, это 27%. Зачем я так подробно это вам показываю? Потому что вы, может быть, встречаясь со своими пациентами, обращая внимание на такие вероятные вещи в медицинской практике, и сталкиваясь с заключением синдрома Мэя Тюрнера, должны четко понимать, что Мэй Тюрнер – это всего лишь фрагмент этой проблемы. Что оказывается, это даже не 30%. Что, исключая синдром Мэя Тюрнера, мы можем иметь другие конфликты, иметь ту же проблему. Понимаете? Вот. Поэтому, конечно, вот это требует некоторого переосмысления. Ну, есть еще и другие классификации, это по степени компрессии, по тем морфологическим изменениям, которые могут происходить в подвздошных сосудах. Ну, первая форма – это фокальная компрессия, вторая – это диффузная атрофия левой подвздошной вены, третья – рубцовая облитерация. У меня с рубцовой облитерацией есть одна пациентка, вот именно вот с таким вот, именно вот с такой вот картинкой. Причем она из Германии, это пациентка, 22 лет. Клинические проявления. Цистит, который не поддается никакой терапии. С обострениями каждые 2 недели. Без лабораторного подтверждения цистит. То есть анализ мочи нормальный. Клиника цистита, она перепила все, что можно перепить. Вот. Накануне цистита боли в левой параумбиликальной области. Уже не навлекает ни на что. Это как раз проекция бифуркации подвздошных сосудов. И вот у нее на МРТ вот такая вот штука, плюс тазовая полнокровие, плюс обычная классическая вот эта триада. Значит, боли, дизурия и нарушение половой функции. Я даже не мог ее осмотреть, для исключения полипа уретры, потому что дотронуться она уже кричала. То есть такая вот, не говоря о том, что у нее проблемы с молодым человеком, она с мамой пришла и так далее. Что на себя обращает внимание в плане вот этой классификации морфологических изменений подвздошных сосудов? То, что упускается сейчас, как мы видим, многими специалистами, сосудистыми хирургами, которые тоже пытаются заниматься этими проблемами, это наличие так называемых шварт. Или синехи, или спаек. Вот оказывается, что не только происходит сдавление подвздошных сосудов, а там формируются спайки. Поэтому, если решать этот вопрос, значит, во время операции, то без этапа ангиопластики, когда баллоном эти спайки разрываются,
Этот вопрос решать нельзя. У нас, вот наша группа наблюдала одного пациента, который был мной оперирован по поводу варикоцелиус. У него оказалась варикозная болезнь, значит, сочетанный синдром, синдром Айя-Тюрнера и левый дистальный, то есть левый проксимальный, левый дистальный по нашей классификации конфликт. Вот. Но он нас не дождался, он в другой больнице, я не буду говорить в какой, выполнил стентирование без ангиопластики с установкой стента при диаметре вены 18,5, ему поставили стент 16. Вот. Получили миграцию этого стента в нижнюю полую вену. Он вышел и уперся в стенку нижней полой вены, нарушая каким-то образом и, значит, теоретически предполагая тромбообразование из правой общепоздушной вены. Такая вот не очень хорошая ситуация. Врачи ему назначили пожизненно антикоагулянты, хотя мы после операции назначаем только на полгода, потому что к третьему месяцу стенд эпителизируется и врастает в стенку. Не надо пожизненно принимать антикоагулянты. Ему назначили пожизненно, сказали, что у него все нормально, и выписали. Вот. Поэтому без ангиопластики эти вопросы не решаются. Вот образуются шварты. Вот. Есть еще классификация 2017 года. Почему я обращаю ваше внимание? Значит, классификация Энунга. Он, значит, выделил стадию компрессии. Это стадия вторая компрессия. Ну, вы прочитали, да? Не буду я это все перечитывать. Значит, если ее адаптировать к реалиям России, то вторая и третья стадия, которая отличается только одним фактором, фиброзбанд, это как раз и есть эти шварты. Вот. Они на дооперационном уровне, это, вот, как бы это диагноз наличия этих шварт или спаек или синяки, у нас не решается. Там это решается путем путем эндовизикального УЗИ. Вот. В этом году вышла первая работа в журнале по сосудистой хирургии отечественная, которая впервые вот показала, что это начало применяться у нас. Это достаточно дорого. За границей это уже больше 10 лет сосуды смотрятся при помощи эндовизикального УЗИ, и это можно увидеть. Вот. У нас как бы это увидеть нельзя, поэтому вот если адаптировать эту классификацию к нам, то вот как бы вторая и третья стадия это одно и то же. Почему я обращаю на это ваше внимание? Потому что показаниям к стентированию при второй стадии это выполняется у 30%, а при третьей, при наличии шва, 100% за границей. А у нас наличие коллатерализации уже может являться показанием для того, чтобы этому пациенту что-то предложить в плане стентирования. Ну а вот выписной эпикриз пациента, это чтобы вас немножко отвлечь и озадачить, недавно ко мне пришел диагноз, причем направлен на МРТ у него, синдром Айя-Тюрнера, что описано в эпикризе. Вот, при МРТ синдром сдавления левой общепоздушной вены. Ему была выполнена флебография, где черным по белому написано, отмечается рефлюкс в систему левой внутренней подвздошной вены, ну чего не должно быть. А при пробе Вальсальвы этот рефлюкс усиливается. Дальше пишется. Данных за синдром Айя-Тюрнера не выявлено. Он выписывается и ставится диагноз. Клапанная недостаточность левой внутренней подвздошной вены. Вот. Это место, значит, пациент когда туда сказал, он сказал, что я все изучил, у них опыт лечения, я говорил с заведующим отделением, у них опыт лечения, значит, синдрома Айя-Тюрнера 20 лет. Это ведущее учреждение. Вот он пошел туда, и мы сделали флебографию. Вот. Поэтому не приходится удивляться, во-первых, почему нас не так много, а во-вторых, почему происходят такие чудеса. Вот было сказано, клапанная недостаточность левой внутренней воздушной вены. Позвольте два слова вот по этому вопросу. Басмачан в 1952 году об этом писал, и очень известен атлас Лужа,
по-моему, венгерский, да, Руслан Игоревич? Венгерский был такой доктор замечательный, рентгеновская анатомия сосудистой системы в 1973 году. Раритетная совершенно вещь, очень полная. Значит, вот эти два автора, они говорили о том, что в общих подвздошных венах клапаны отсутствуют. Это в плане дисплазии соединительной ткани, как причины варикозной болезни. Что дисплазия соединительной ткани местом применения имеет клапанную недостаточность. А когда клапанов нет в венах таза, она не может являться причиной варикозной тазовой болезни, клапан, вот это вот дисплазия. Значит, и они описали наличие клапанов в наружной подвздошной вене. Наружная подвздошная, она переходит уже в бедренную, да? То есть это уже как бы даже уже и не таз, да? Это уже дальше. Так вот, наружная подвздошная вена, это от 1 до 7% случаев. А во внутренних подвздошных венах клапаны отсутствуют. Хотя мне пришлось делать достаточно такой серьезный тур литературы по этому вопросу. Все-таки я встретил работу, которая представила другие данные. Это Ле Пейдж, да, в 91 году об этом писал. Это результаты 42 аутопсий, 29 мужчин и 13 женщин. Кстати, обратите внимание, что все эти аутопсии, да, мужчин вдвое больше, чем женщин, да, все они указывают на эти конфликты. Тем не менее, значит, варикозная болезнь – это женская болезнь. Так вот, в правой вообще подвздошной вене был описан один случай всего у женщины клапан, но это скорее как аномалия. В наружных подвздошных венах у женщин 34%, у мужчин 23%. И внутренняя подвздошная вена, там разные клапаны, которые были описаны как инвагинация стенки сосуда, но тем не менее считались как клапаны, до 10% случаев. И они описали еще то, что вариационная анатомия, то есть удвоение два ствола внутренних подвздошных вен встречается в 35% случаев у женщин и 23% у мужчин. А здесь видно, как эти клапаны могут располагаться. Вот. Поэтому, почему я об этом говорю? Значит, при венной гипертензии, когда повышается давление, значит, мы знаем, что яичковая вена, допустим, декомпенсируясь, уже не восстанавливает клапанный аппарат. Поэтому говорить серьезно о том, что вот клапаны как-то решают вопрос при венной гипертензии, при синдроме Майотёна, наверное, не стоит. Но знать об этом надо. Значит, это как бы мы разобрали этиологию, большую часть моего доклада мы прошли. Надеюсь, не очень еще устали. Да? Спасибо. Теперь вот как это патогенетически происходит. Всем известна классификация Кусота. Кстати, в первую градскую больницу, когда мне пришлось прийти в качестве эксперта по проверке от страховой компании МАКС, я и таким, значит, являлся, значит, ныне заведующий кафедрой, тогда еще заведующий отделением КОТа, встретил меня. Мне предоставили целую папку истории болезни для того, чтобы я нашел там недостатки. Конечно, я не узнал ни отделение, ни первую градскую, ни атмосферу, ни ауру. Все совершенно поменялось. Но речь не об этом. Что на меня произвело впечатление? Когда я смотрел карты пациентов с варикоцеле, там было написано варикоцеле первого типа, варикоцеле второго типа. Я говорю, что это у вас за типы? Они говорят, ну как же? Как бы... Так вот, ну как же? Первое это реноспермотический, второе это илеспермотический тип. Видите, да? То есть, как бы не в последних местах урологических. Пользуется классификацией Кусота, предложенная в 1980 году. Ну вот здесь эта классификация, известный рисунок, да? Вот это реноспермотический тип, ввиду артериального аортомезонтериального эпицета, это или спермотический тип, но здесь представлен синдром Майотёна, да? А мы понимаем, что это всего лишь 30% в лучшем случае всех возможных конфликтов. Вот. И их сочетание. Однако никто не думал о том, куда отекает кровь венозная, да, при вот этих конфликтах. И
моделируя, не комментировать, понятно, что на рисунке, да? Значит, моделируя возможные варианты, мы обратили внимание, что только по одной вене, вот эта вена ductус деференс, она идет в предстательную железу, при варикоцеле, при разных типах варикоцеля, значит, кровь отекает в усиленном режиме, пытаясь компенсировать то венозное полнокровие, которое развивается в грязневидном сплетении. Вот. Ну, в принципе, это было описано еще в 2006 году как ренопелевикальный венозный анастомоз, как феномен перераспределения крови из левой почечной вены через мошонку по вене ductus deferens в малый таз. Сейчас мы можем говорить, что можно говорить и о ренопелевикальном, и о илиопелевикальных анастомозах, то есть вот эти разные варианты перераспределения. Они, в принципе, описывают одну и ту же ситуацию. Вот. И наше представление, что вот левый рисуночек здесь дорисован, это вена ductus deferens, при варикоцеле вот кровь сюда притекает и потом уходит в малый таз, значит, вот этот взгляд, он несколько изменился благодаря работам профессора Игоря Лагата, который показал, что при, значит, варикоцеле, значит, перераспределение крови в малый таз может происходить и через внутреннюю воздушную вену. Более того, он еще провел флеботонометрию и сказал, что это происходит при давлении 31,5 мм ртутного столба. Кровь из, значит, грязневидного сплетения уходит в венозное сплетение малого таза. Только надо еще помнить, что в яичках вырабатывается 98% тестостерона всего организма. Остальное это как бы корковый слой надпочечников. Поэтому логично предположить, что туда уходит и тестостерон. Вот. Кстати, вторично приводя к крови с периферической вены, можно поставить диагноз гипогонадизма, да, когда меньше 12 наномоль литра, за границей это 11 наномоль литра, да. То есть как бы там гипогонадизм, а весь тестостерон может быть в венозных сплетениях малого таза. А вот Кравцов и Марков, они ввели даже термин состояние гормонально зависимой флебопатии, выявив повышенную концентрацию тестостерона при варикоцеле по сравнению с другой группой, это грыжи, водянки, оболочек, яичка, вот, ну там больше чем в 100 раз. А состояние гормонально зависимой флебопатии, потому что тестостерон является очень мощным вазодилататором. Вот. И тут два механизма. Это эндотелий зависимый, опосредуется через выработку оксида азота. И эндотелий независимый, осуществляется через блокаду калиевых и первого типа кальциевых каналов. Значит, какие проявления, это мы говорили о варикоцеле и вот как бы о верхних, а какие проявления Майя-Тюрнера? Их два в основном. Смотрите, внутренняя подвздошная вена, я называю это внутренний подвздошный механизм, это венозное полнокровие, мощнейшее венозное полнокровие таза. И второй, это не внутренний подвздошный, а наружная подвздошная вена страдает. Мы знаем, что вот этот фрагмент наружной подвздошной вены, это вена сафеномагна может быть даже, вот, полнокровие наружной подвздошной вены приводит к тому, что через вену кремастерика кровь может рефлюксировать в плексус помпинеформис, приводя к варикоцеле. Это то, что Кусет называл или спермотический тип варикоцеля. На что я обращаю ваше внимание, заканчивая с этим. Операция по Мармару де Бенедикту Прайсу, предложенная в 1985 году, это операция на уровне наружного пахового кольца. Это то место, которое располагается значительно выше вот этого сосудистого анастомоза. Поэтому эта операция, у меня много пациентов с мармар, после мармар с рецидивами, и я прихожу к выводу, что это, конечно, не золотой стандарт. Она популярна, несомненно, но Иван Исеевича тоже была популярна в свое время. Ну, мы предложили классификацию вот этих вот артериовенозных конфликтов в прошлом году. Какие клинические проявления встречается варикозная болезнь таза у мужчин? Несколько шире, чем вот те вот три
боль, дизурия, нарушение половой функции, пациенты обращаются совершенно разными, чаще всего с простатитами. Хотя практически, ну не у всех, но процентов 80 присутствует и геморрой, и прочие другие. Вот здесь вот ангиокератома фордайса сатана, это такие геморрагические высыпания на коже мошонки, описано американскими дерматологами. Вот, но встречается очень часто у пациентов с варикоцеле. Ну вот я говорил о диссертации кандидатской Чанаканова, которая в 66% случаев у пациентов с варикоцеле, у мальчиков, 11-18 лет, хотя 18 лет уже не мальчик, вот, он выявил конвестивную простатопатию. Келлер обратил внимание, вот почему-то все его приводят, как бы, чуть ли не лицо Европейской ассоциации урологов, очень модное, можно ссылаться на него. Очень репрезентативный анализ 120 тысяч историй болезни. Он сказал, что при варикоцеле эректильная дисфункция развивается в 5 раз чаще. Вот. И действительно, знакомая картинка, значит, при венозном полнокровии таза, ну, может быть, не всегда, но достаточно часто, а может быть, даже и неизбежно со временем, развивается венозная утечка из кавернозных тел полового члена. То есть развивается веногенная эректильная дисфункция. И здесь перед нами тоже стоит вопрос, что мы можем лечить. Можно, конечно, лечить и вот эту веногенную эректильную дисфункцию, есть различные методики. Вот. Но далеко не все думают о том, что ей существует какая-то причина. А из своей практики я скажу, что не занимаясь, хотя я тоже занимался хирургией дорсальных вен на своем уровне, мне не удавалось, конечно, там выполнять более сложные операции, я даже не знал, что они такие существуют. Ну просто веногенные эректильные там пересекали дорсальную вену. Но я хочу сказать из своей практики, призываю вас тоже проанализировать своих пациентов, кто оперирует, что в ряде случаев пациенты после варикоцелектомии сказали: слушайте, у меня такая эрекция прям почти что на следующий день. То есть отмечают улучшение эрекции почему-то. Вот. Здесь, несомненно, есть какая-то связь. Но в плане диагностики что хотелось бы сказать? Это ведь сзади, вот стрелкой обозначена ductус деференс, и действительно, если по ней при варикоцеле как основной причине варикозной болезни кровь выходит в малый таз, наверное, это можно увидеть на УЗИ. Вот здесь представлено УЗИ просто хронический калькулезный простатит, очень пожилой мужчина, ну, видно, что у него проблемы есть. Вот. А вот, собственно говоря, при варикоцеле. Причем этот вот варикоз вен простаты, он является ипсилатеральным. При левостороннем он встречается слева, при двустороннем он встречается справа. Вот. В случае правостороннего варикоцеля у меня 4 таких наблюдения. Это диво-дивная, очень редкая патология, изолированная правосторонняя варикоцеля. Вот. Критерии варикозной болезни, как мы ставим этот диагноз? Значит, критерии очень многие, все они очень разные. И в основном касаются женщин. В обзоре литературы это просто целая страница, посвященная этому. Первый человек, который выдвинул критерии варикозной болезни для мужчин, это профессор Суканов. Он повторил некоторые критерии, которые были представлены многими исследователями для женщин, сказал, что это расширение вен парапростатического сплетения более 5 мм. Мы предложили свою классификацию, наша кафедра, вот этих изменений, выделили три стадии вот этой вот как бы варикозной болезни по данным УЗИ. При этом стадию варикоза мы определяли в основном по максимальному диаметру вен, то есть максимальный надо искать, не такой вот как бы сверху вниз, а максимальный. Результаты лечения. Да, при реноспермотическом типе, когда по тестикулярной вене кровь, перераспределяясь через мошонку, уходит в таз, действительно, пересекая яичковую вену, мы со временем видим то, что полнокровие уходит. Вот. Причем уменьшается и размер простаты. Но, да, и как следствие того, что уходит полнокровие,
Даже лейкоциты без всякого лечения в течение 3 и полугода уходят, лейкоциты. И простатит как бы даже сам излечивается. Но в случае, когда существуют другие конфликты, в частности, вот эти вот нижнего уровня, те, которые встречаются чуть ли не в 30% случаев, вот тогда, конечно, показана эндоваскулярная хирургия. Вот. И мы имели первый опыт такой хирургии 28 марта этого года. Пациенту у него было 5 варикоцелектомий в анамнезе. Результатом варикоцелектомии являлось то, что у него появилась постоянная тазовая боль, полностью исчезла эрекция. Он был стентирован, подразумевая ангиопластирован, да, то есть вот это как бы, значит, операционные бригады, это Лефович Харпунов, зав. Отделения 70-й больницы, Руслан Ильдарович Мамедов и ваш покорный слуга. Прямо на столе у этого пациента боли исчезли, а это, кстати, его опросник через месяц, МИАФ 5 и без комментариев, да. Боли исчезли прямо на столе. Эрекция полностью восстановилась через неделю. Последний его визит был у меня, он был у меня вчера на приеме и сказал, что у него болей нет и эрекция хорошая. Все его устраивает. Вот, ну, вот как бы так. Ну, еще говоря об этом, 4 месяца позднее в Нью-Йорке профессором Стерном был стентирован 22-летний пациент с рецидивным варикоцеле по поводу синдрома Мэя-Тюрнера. И они написали, что они первые в мире сделали эту операцию 4 месяца спустя после нас. Поэтому, конечно, это новое направление в медицине. И вот это из, значит, Американской ассоциации урологов рисуночек, где направление развития, значит, репродуктивной онкологии, репродуктивной медицины, там места тазовому полнокровию нет. Но это, значит, ситуация, которая встречается достаточно часто. Таким образом, суммируя вышесказанное, я хочу сказать, что это несколько сужает понимание этой проблемы, несколько сужает показания к оперативному лечению варикоцеле. В ряде случаев при том же синдроме Мэя-Тюрнера и других его вариантах, то, что мы рассматривали, оперативное лечение варикоцеле может только усилить эту тазовую симптоматику, не говоря о том, что привести к рецидиву. Поэтому в плане диагностики и уточнения тактики ведения этих пациентов, во-первых, я рекомендую выполнение ТРУЗИ простаты с целью выявления варикоза вен. И когда этот варикоз преобладает над степенью варикоцеля по данным осмотра, то есть мы смотрим варикоцель, оно вроде есть, ну такое, а на ТРУЗИ там вот такие дыры, ну это практически всегда указывает на или эфеморальную компрессию синдрома Тюрнера, их надо направлять на МРТ. Вот. А кто совсем хочет работать без рецидивов, не хочет с ними сталкиваться, то в плане диагностики, в плане обследования пациентов с варикоцелью, я рекомендую направлять на МРТ для исключения или эфеморальной компрессии, чтобы потом не было чудес, чтобы потом не объяснять, что вы знаете, вот у вас такая аномалия, надо опять повторно решать этот вопрос. Большое спасибо за внимание.